Базовая ставка для оплаты труда бюджетников с 1 января увеличится до 207 рублей. Сейчас она 198. Повышение планируется в два этапа. Базовая ставка – основной элемент тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников организаций, получающих субсидии. Принятое решение затронет порядка 850 тысяч человек. Март Беларуси усиливает мониторинг цен. В эти дни товарооборот увеличивается от 15 и более процентов. Особое внимание социально значимым товарам и продуктам для новогоднего стола. В стране в преддверии зимних праздников также продлено время работы более 400 торговых объектов, ресторанов и кафе. Единый день безопасности дорожного движения пройдет в Могилевской области 31 декабря. Он будет направлен на профилактику аварий, которые совершаются в нетрезвом состоянии. Напомним, в Беларуси введена градация алкогольного опьянения водителя. Максимальный срок лишения прав увеличен до 8 лет. В стране с 22 декабря меняются правила выдачи листов нетрудоспособности. Больничный положен только тем белорусам, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция. Отменена также самоизоляция для контактов первого и второго ковидных уровней. В Беларуси во время рождественских и новогодних праздников развернется более 430 ярмарок. Их количество по сравнению с прошлым годом увеличилось практически в 2,5 раза. Все мероприятия будут проводить с учетом рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции.